Всем привет-привет, вы на канале Златы Голд, и сегодня у нас с вами новогодний влог, как я и обещала, в принципе. А тут мы с мамой в Чикине сидим, вот мы 30 декабря, как обычно, по традиции, ходили в магазин докупать все продукты и решили зайти в Чикин, тут я балуюсь с маминым телефоном. Ура! Всем доброе утро, день, вечер, у кого что, у меня уже 31 декабря, я сегодня проснулась в 8 утра, сейчас уже, по-моему, 9, вот, что я делаю, я пока что просто лежу, отдыхаю, но скоро я буду менять свое постельное белье, сейчас покажу на какое, вот, я смотрю, кстати, я хотела вам сказать, что вообще-то в красном, вот в красном Дед Морозы, это не Дед Мороз, это Санта-Клаус. Нам так сказала наша технологичка. Это Санта-Клаус, а настоящие Деды Морозы только в синем ходят. В этом влоге я вам еще кое-что не показала. Короче, у нас есть такая традиция с семьей, что все подарки мы кладем не под елку, а сначала кладем их в мешок. Вот он вот тут вот стоит такой вот, он прям огромный. Ну, у нас и будет дом, у нас будет 9 человек. Это вот мешок, это не еще, это не... Короче, у нас не только вот этот, у нас еще один мешок. Погнали, вам покажу. У нас еще вот этот мешок и еще вот этот мешок. Сейчас будет обзор на напитки, которые у нас... Вот. Первое это яблочный сок. Это иммуникомплекс, я понимаю, лимона и яблоко. Потом самое главное, это вот такое вот мое детское шампанское. О, что это было? Там еще кул-кола стоит, потом вот такой вот с манго и маракуйя. Кашинская, грейпфрутовый сок, сок с лесными ягодами и еще много всего. Но все я вам не смогу показать. Как понять, что у тебя дома Новый год? Ты начинаешь тыпить еду, которую нарезали в какие-то салаты и так далее. Мой брат уже начал готовить ролл. У нас выходит уже штук 40 их, наверное. Тут мне дали попробовать, как истинно королеве, ролл с креветками. Я такая, вы чё, я откажусь от такой возможности? Конечно же, нет. Итак, мы уже покупали вот такую вот собаку. И начинаю, мы Машу тоже покупали. Что мы делаем? Авокадную помазочку. Авокадики у нас тут такие. Все вот сюда, вот сейчас погрузим миску, как погружу, я вам сниму все. Ура! Все, авокадо положено сюда, теперь мы добавляем сыр. Я, короче, выпрямляла волосы, вот, но мне точнее мама потом помогала, я с моей большинством выпрямляла. Тут вот висит мое вот такое блестящее платье. Вот так. Мы продолжаем праздновать Новый год. Время на часах 2:30 ночи. Я в футболке Микки Мауса, которую мне подарили. Все, завтра утром вам покажу все подарочки. Вот, и, наверное... пока что сделаю краткий обзор на подарки. Во-первых, это вот такой вот огроменный Микки Маус, которого я очень давно хотела. Вот, я его... Типа, если бы мне его не подарили на Новый год, я бы его заказала. Такой, короче, вот такой вот Микки Маус. Дальше шопер Микки Маус. В шопере Микки Маус лежит. Вот такая вот футболочка с Микки Маусом. И вот такая вот ночнушка с Микки Маусом. Вот. Ну и, конечно же, конфетки. А, ну еще мне подарили родители коньки. Вот это вот коньки. Я думаю, мы на выходных все равно с ними пойдем.
Типа сегодня нам еще подарили вот такие вот носочки с моим братом. И в этих носочках были конфеты. А вот это вот, это очень много конфет. Это все конфеты со всех подарков. То есть у нас всего было 3 сладких подарка. И как бы вот такой пакет, он полностью заполнен конфетами. Кстати, я хотела вам сделать как бы более такой обширный, обзорный коньки. Во-первых, они у меня были, подарили мне в таком вот каком-то чехле. Такой вот тут карман есть. Ну, для чего-то. Стоим коньки сами. Такие вот коньки. Сейчас. Типа коньки, обычные коньки. Какой-то такой вот фирмы. Потом, типа, защитка для коньков. Ну вот, вроде бы нормальные, хорошо сделанные. Вот. Артур Пирожков.